они пришли на эту, на смену обновленный КНС 7000. Если раньше в линейке Bosch был только 42 киловатт, 30-35 киловатт, последние 35 по горячим монет, то теперь вот в новом дизайне, соответственно, DNA, так называемый дизайн, введен. Это прям тоже Gorilla Glass, да? Как стекло, да. Ну, он такой с узнаваемым, значит, новым дизайном, скругленным. И здесь, собственно, собраны все наши достижения в конденсационных технологиях. Здесь традиционно стоит алюминиевый теплообменник. То есть ВБ-6 на котлах до 30 кВт, вот, соответственно, 30 и 42 кВт, там стоит ВБ-5. Прямоугольный теплообменник. Здесь что, наверное, особенно интересно у нас? Так? Неужели заплатили? Нет, конечно. Такая у него особенность, да? То есть мы думаем в первую очередь для монтажников, в том числе, да, о том, как с ним работать. Вот здесь особенностью является вот этот ниппель, который смотрит сразу на монтажника. Если он обычно находится где-то сверху, расширительный бак, вот у нас он смотрит, соответственно, на... Не помню, в каком производителе сталкивался с проблемой, скажем так, потери по вот золотнику самому. Ну, это, наверное, зависит больше от золотника, то есть не зависит от того, где он. Нет, да. Но здесь, в этих котлах, да, то есть они... Ну, разработаны все в Германии, и поставщики, они настолько долго, то есть, это с нами работают, и, собственно, качество тех комплектующих, именно, которые здесь используются, оно не дает себе, ну, не дает повода, значит, не сомневаться. Может быть, вполне это бывает, подкачивают чего-то, но... Настройка происходит с помощью газоанализатора данного. Да, настройка производится с помощью газоанализатора, соответственно, вот здесь Брайан, вот здесь модуляция происходит за счет вентилятора, газоанализатора, вентилятор. Также здесь стоит энергосберегающий насос, тоже который регулирует. Оп, вроде правильно открыл. Да. Сейчас. А, это... Во. Ну, да, он так поделен на две части, то есть здесь можно производить сервис как в части гарантии, так и по гидравлической части. Соответственно, ну, там традиционно пластинчатый теплообменник, трехходовой клапан. А чей это насос? Не могу понять. По-моему, есть. Это Грюнфус? Это тоже Грюнфус? Да. Так. Вот, что касается Грюнфуса. Здесь, соответственно, это самая... Рода. Это модель, ну, одна из самых, ну, то есть, 20 кВт, если я не ошибаюсь, здесь стоит ВБ-5 теплообменник, 40 кВт, прямоугольный, традиционный для Bosch 42 кВт, он был, на более... Пойдем. Вот. Так, здесь вы видите регуляторы, здесь ZT100 регулятор традиционный, который у нас был в управлении интернетом, который подключался к котлу. И мог управлять одним отопительным котлом без смесителя. Также в этом году мы представили термостат ZT200, которые уже могут управлять контуром по комнатной температуре, то есть управлять несколько. А максимальное количество так? И с Open Therm получается, по машине Open Therm они совмещаются с котлом, да? По сути, во всех котлах Bosch. Он настраивается в EMS, то есть стандартная EMS автоматика поддерживает до 4 секторов. Ага. Соответственно, а он уже может, ну, он встраивает в систему и управляет. Давайте, подожди. По сути, во всех котлах Bosch шина Open Therm присутствует, да? Нет, Open Therm в отсутствии Bosch. Более поддержанная модель, да, то есть котел неконденсационный газ 6000, него как раз автоматика Open Therm. И также мы представляем бюджетный конденсационный котел, конденсационный 500, у них мощность от 14. А мы пройдем. Хорошо.
Здесь тоже тот же самый теплообменник, но, соответственно, несколько проще технология, здесь проще автоматика, в первую очередь за счет этого, и, соответственно, он более бюджетный, более доступный. Да, ну, а ценовая розница? Вот по розницам не конкретно, вас не сориентирую, вот здесь в районе 50 будет. Вот. Пойдем на эту колоночку, это интересно. Конечно, скажем так, уже давно мы. Вот, вот эти два. Да, да. Вот здесь представлена инвестиционная колонка TR8000S. Вот, а, это уже такое более коммерческое использование, да, то есть какие-то помещения или там заводы, душевые, где нужно очень большое количество горячей воды именно в протоке. То есть, я так понял, их даже в каскад можно ставить. Их можно ставить в каскад, да, до 12 штук они объединяются в каскад, то есть получается 324 литра в минуту, то есть это так достаточно серьезно. То есть если сравнивать, если там, где нужна именно горячая вода, то есть там нужен, я не знаю, очень большой котел, который в проточном режиме сможет это поддержать, какая-то большая очень емкость, соответственно, все это нужно обслуживать, монтировать и так далее. Это, в принципе, все заменяется каскадом из этих колонок, которые... Стадион обеспечить водой можно. Стадионы, да. То есть они на самом деле используются именно вот в таких... Если пищевая какая-то промышленность не очень большая, да, то есть гостиницы... Ну а как в России вообще распространены они? Ну, сказать так, чтобы они прям были распространены, это, наверное, было слишком смело, вот. Мы ввели их порядка там 4 лет назад, ну, то есть они в целом свою нишу, скажем так, они находят. Вот, ну а это какой-то что у нас? Это просто колонка закрытой камеры сгорания, она не конденсационная, то есть, но она, соответственно, имеет производительность до 10, 13, 15 литров в минуту, то есть это не столько производительной, как-то вот. И та и другая колонка имеет точность по температуре до 1 градуса, то есть у них датчик, который это измеряет и, соответственно, подстраивает мощность колонки под, под напор. Ну, понятно. Воды. То есть она не на дельту работает, температура, а именно на поддержание заданной температуры, которая вот... А что же здесь, скажем так, система антизамерзания данной колонки? Вот, ну, скажем так, у конкурентов есть какие-то заслонки, у кого-то подогрев теплообменника, там, электрический есть при достижении отрицательной температуры. Ну, кстати, вот, наверное, вот эти колонки я вам расскажу, вот у этой есть, да, электрический подогреватель теплообменника. А в этой не знаете, да? В этой, скорее всего, не таких... Скорее всего, обратный клапан какой-то встроенный, да? Нет, обратного клапана нет, ну, по крайней мере, на ощупь. Ладно, спасибо на этом. Пожалуйста. Большое. Ладно, спасибо большое.